20 лет назад познакомились. Это был кинофестиваль «Шакен Жулдыздары». Также это проходил еще и проект «Кочевники». Тогда я был молод, а Яна была еще моложе. И мы проводили этот кинофестиваль. Я очень рад, что через 20 лет мы вновь встретились на проекте. Теперь уже как главные герои. Мне было очень приятно. Партнерская игра на площадке всегда присутствовала. Где наш Марвин? Я не могу долго разговаривать, я не депутат. Роман, спасибо. Это был такой необыкновенный опыт. Я никогда не была на площадке с дьяволом, можно сказать. Но вы настолько реально показали этот образ. То есть у меня тоже даже ночью иногда не могла и расслабиться от впечатлений работы с вами. Действительно, там была такая необыкновенная химия. Я надеюсь, люди это почувствуют, что люди будут судить нас с вами. Спасибо. Вот прошла конференция. Все сейчас сделают фото на память. Фильм. Фильм отправляется в Голливуд. Ждите Оскара.